Главная часть дня ВМФ в Коми снова прошла вдали от воды на территории финно-угорского этнокультурного парка в селе Ып. Несмотря на это, на суше собралось в этот день более 1000 отдыхающих. Мужчины в полосатых тельняшках встретились с боевыми товарищами и вспомнили былое. Как все прошло, знает Антон Балаев. Официальная часть начинается с митинга памяти возле мемориала «Вечная слава». Да здравствует наш военно-морской флот, который пережил многое. И были темные, черные дни, были и светлые. Сейчас он возрождается. И мы радуемся этому. Успеха и вам, и здоровья и вам. Спасибо! Ура! Ура! Бывшие и нынешние моряки, их друзья и родственники возложили цветы к памятнику скорбящему воину и вечному огню, как бы отдавая дань памяти тем, кого забрала водная стихия. После герои праздника с шумной и дружной компанией отправились в дорогу. Финно-угорский парк, площадка хоть и не символичная, все-таки даже фонтанов рядом нет, зато прямо предрасположенная к спокойствию. Но ребятам в форме пространство нравится. Финно-угорский парк выбрали по нескольким причинам. Одна из причин – это то, что администрация пошла навстречу, администрация финно-угорского парка, и полностью помогает в организации этого мероприятия. Мероприятие это проходит раз в год, последнее воскресенье июля. Поющие моряки, веселая музыка. Не забыли организаторы и про юных посетителей. Для детей организовали конкурсы, площадки и даже карусель. Во взрослой части парням в тельняшках предложили по традиции помериться силушкой. Гири в этом состязании послужила, что безусловно символично, 20-литровая бутылка с водой. 52 раза. Я так не поднимал никогда. Занимаетесь спортом? Нет, я просто десантник, спецназ. В армии, это еще с армии осталось. Вспомнить былые дни на корабле моряки могли в конкурсе метания якоря. 18 метров. Но хочу еще что-нибудь побольше. Так доволен, да? Еще до захода солнца организаторы подвели итоги состязаний и наградили победителей. Закончились гуляния дискотекой. Антон Булаев, Олег Юшков, телеканал «Юрган», Сыктывдинский район. Впрочем, без воды в день ВМФ все же не обошлось. Местные моряки, как сообщает газета «Про город», пытались штурмом взять вершину Сыктывкарского фонтана. И, как утверждают очевидцы, им это удалось. Парни в одних плавках заходили в холодную воду, придерживаясь своим традициям.